Дорогие друзья, хочу поздравить коллектив завода автомобиля «Вазовского» с запуском нового серийного автомобиля. У вас демонстрируют хорошие показатели в работе. So you have already achieved good results in your effort. В прошлом году more than 600,000 cars. Вообще вся наша автомобильная промышленность в прошлом году вышла не только на второе место в Европе и четвертое место в мире. And in the volume of sale, Russia, world and существенный вклад в развитие российской автомобильной промышленности. Input in this overall picture. Это работает свыше 6000. Лада-Ларгус. And with the permission that we will use now, to launch the new line of Lada Largus. Let's go. According to our tradition, I will ask of you to sign our first car. Поскольку это совершенно новая платформа, я уже сказал вот сейчас от микрофона, предусмотрены совместные инвестиции до 169 миллиардов, это приличные деньги в развитии. Так что надеюсь, что будущее будет обеспечено. Большое спасибо за автоваз. Только благодаря вам. Ну, вы знаете, да, это были сложные годы, особенно 9-й, 10-й, но не только благодаря мне, прежде всего благодаря вам самим, спокойствию, уверенности, профессионализму. И даже внутреннему такого мужеству все удалось все вместе сохранить предприятие, обеспечить его развитие. Я вас еще раз поздравляю. Всего вам самого доброго. Спасибо. Успехов вам. Автопрома. Мы здесь уже неоднократно собирались, так же, как и на других предприятиях. Если дело следующего юридических предприятий. Нового семейства автомобилей Lada Largus. Благодарится за совместную позитивную работу. Напомню, что мировые автоконцерны используют в России режим так называемой промышленной сборки. Он предусматривает определенные льготы по импортке с такими ведущими компаниями, как Nissan, Mercedes-Benz Trax, группа компаний Ford, Volkswagen и General Motors.
планируется увеличить производство автомобилей всех типов почти до 4 миллионов штук, а выпуск легковых автомобилей довести до 3 миллионов штук в год. Мы должны заказывать для других отраслей. Согласно стратегии развития автомобильной промышленности, к 2020 году планируется увеличить производство автомобилей всех типов почти до 4 миллионов штук, а выпуск легковых автомобилей довести до 3 миллионов штук в год. Мы должны сделать все, чтобы отечественная автомобильная промышленность устойчиво развивалась. Считаю, что все органы государственной и муниципальной власти в Российской Федерации, заказчики и предприятия, финансируемые из федерального бюджета, должны уже в самое ближайшее время покупать только автомобильную технику, производимую на территории Российской Федерации и Единого экономического пространства, то есть в России, в Казахстане и в Беларуси. Предлагается за счет средств федерального бюджета возмещать автозаводам часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным до 2014 года включительно. Компенсации по таким кредитам будут предоставляться до 2020 года. Понятно, да? То есть, если кредиты привлечены до 14 включительно, то компенсации мы будем выплачивать до 2020 года. Подчеркну, что эта преференция будет касаться только тех, кто последовательно и жестко исполняет все свои инвестиционные планы. Предложение вполне цивилизованное. Во многих странах такие сборы введены, утилизационные сборы. Не вижу никаких препятствий для того, чтобы ввести такой утилизационный сбор и в России. И этот утилизационный сбор должен будет распространяться и на импортную технику, и на российских производителей. Что касается российских производителей, то мы посмотрим, как сформулировать меры поддержки и по этому направлению. Я прошу.